Я сижу и вижу, как мир сейчас получает миллионы долларов на демонстрации, протесты, объявления, на влияние. Почему же никто из сторонников «Мир сейчас» не говорит: «Ну, раз мир сейчас не в Кнессете, то я не буду его поддерживать»? Почему никто не спрашивает? Куда мир сейчас тратит свои деньги? Каждый спрашивает, куда Ках тратит свои деньги? Я хочу знать. Мы покупаем на них кадиллаки.